Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня уже 2 января 2020 года, начался Новый год. И мы решили изменить название канала, не полностью, конечно, а только лишь частично. Вместо «Деревенская жизнь. Бабка-пчеловодка» сделать «Деревенская жизнь. Семья Громовых». Это наша фамилия Громовы. И вот такое будет название. Так что, если кто-то будет искать нас, то мы вот под новым названием. С чем это связано? Ну, во-первых, конечно, канал перерос свое название. Открывался он открывался он как бабка-пчеловодка, это уход за пчелами, но со временем он вырос, появились новые разделы, такие как, например, кулинария, шитье, раздел «Философия жизни», и уже как бы это название не стало соответствовать нашему каналу. Поэтому мы изменили его. Думаю, что это будет правильно. Во-вторых, давно уже мне пишут в сообщениях, что как бы канал, название придумано не очень хорошо, потому что, ну, бабка ассоциируется с чем-то таким не очень хорошим. И люди, например, когда пишут мне сообщения какие-то, то не знают, как меня назвать. Вроде бабка неудобно, называют там и бабуля, и бабуся, и по-всякому. Вот, поэтому вот это второе. Ну и третье, будем надеяться, что наш канал будет развиваться намного лучше, и придут новые подписчики, придут новые зрители. И также я хочу вас призвать смотреть мои ролики, подписываться на канал, ставить лайки, ставить дизлайки, писать комментарии. Обязательно смотреть видео до конца и смотреть рекламу, потому что реклама – это, так сказать, здесь наше все. Мы зависим от рекламы и зависим от того, мы зависим от рекламы и зависим, сколько мы получим от нее денег, потому что единственный способ как-то получить монетизацию на канале, это просмотр рекламы. Так что помогите нам с развитием канала, а мы обещаем вам, в свою очередь, показывать много новых роликов, интересных, о жизни в деревне, о работе с пчелами, о работе с животными и так далее. Свидание. С вами была Ольга. На канале «Деревенская жизнь. Семья Громовых».